Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Почему дают по 300 МР за первое место, мне дают по 170-190 за первое место, 5500 общий МР. Да, там такая штука, тебе пока будет тяжеловато, потому что там, смотри, там винрейт тоже зависит от того. То есть, во-первых, у меня внутренний МР был, то есть я, когда начал играть на комке, вы видели первую катку, когда я играл на стриме, у меня там был до этого 13 тысяч там с чем-то, 13300 или что-то такое. То есть, значит, внутренний МР падает где-то до 8000. Пока я играю, мэр еще внутренне повышается, и он пытается, то есть, внешний мэр пытается внутренне догнать. То есть, у тебя там был, когда ты играл, у тебя был винрейт такой, то есть, ты и проигрывал, и выигрывал, и за счет этого внутренний мэр у тебя повышался, ну, точнее, понижался. Ты получаешь 170, значит, у тебя внутренний мэр где-то, ну, 7000. Привет. Сегодня в комментариях Самокат попросил подогреть мне еду, так как ЖКХ фрики отрубили свет, но мне привезли всю готовую еду холодной. Как думаешь, может удалить их? Привет, сегодня в комментариях Самокат попросил подогреть мне еду. А, это такая этот, штука с доставкой. Я тебя слушаю и думаю, какие Самокаты? Что происходит? У меня просто ничего такого нет, поэтому. Вот, ладно. Все, ладно, разобрался. Просил подогреть еду, ЖКХ фрики отрубили свет, но не привезли готовую еду холодную. Когда уж можно налить их, почему тебе еду привозят холодную? Это что за доставка такая странная? Скорее всего, турик-то не попёрло. Во-первых, когда вы играете на турике... Ну, было на первый слот ставить, фак. Сейчас сделаю чуть потише. Там играют другие люди, больше там стараются, там тяжелее хайрол собрать такого. Это во-первых. Во-вторых, хайролы были. Не сказал бы, что в прошлой катке мне прям, ну, завезло жестко. Но хайролы, ребят, были. Я не знаю, в бабл дать или в 2-5. И сюда я стану ром-атаком. Говни ему дадим. Ребят, вообще в целом, стиль игры на турике и в обычном ладре сильно отличается. Потому что на турике обычно все там жестко как-то усиливаются, все стараются, да? И ты не можешь там местами где-то, допустим, да пофиг, я пойду в лейвел, там пофиг, я там что-то сделаю, тут ошибся, там ошибся, ничего страшного, камбэкну, потому что там, ну, будут дурачки, при которых у тебя будет хороший там винрейт или что-нибудь подобное. Плохая цайтычка. Ты так быстро ушел и тычка. Забыл свой второй парик, когда его скидывал и прыгал на меня. Я 8% это было прекрасно, я жду тебя, мой комочек, меньше чем 3. Ты так быстро ушел и забыл свой второй парик, когда его скидывал и прыгал на меня, это было прекрасно, жду тебя, мой комочек. Кто? Чего? Ты ошибся, это не тому случайно, что... Не тому, Саня, спасибо тебе за 200, но не тому. Восемнадцать атак за сферу мудрости. Краденые лампы за 35, это же все фри. Не знаю, ради просто поставили на стол, ты будешь один. Один. Ладно. Ну, атака на него есть, да, так что будет не один, а 3-12, полагаю, атаку с Рель получит. Ну, блин, один атаки, один. А слаш можно писать, почему сначала на турике сидят, потеет, прогнозируют, стараются, ты просто сидишь и нагло хайролишься, не стыдно, где нагло хайролишь, я там тоже стараюсь. Ребят, вообще хайрол как происходит? Обычно не хайролят, прям вот так вот, тебе повезло, обычно ты готовишься к хайролу, то есть как-то... С умом это все, ребят, происходит. То есть ты такой сидишь, думаешь, так, вот это я сделаю здесь то-то, то-то, что потом вот то-то, то-то. Вот, здесь я, ну, там, то-то, сё-то продумаю. То есть тут надо тоже умом, ребят, все играть.
То есть сетаплю там кто-то проход, нахожу там карту важную под мой сетап, и так уж выходит, что под мой сетап вот эта карта, ну, допустим, довольно идеально заходит. То есть и не нужно мне много всего под нее покупать, то есть у меня уже под нее full стол есть, и карта, которая все это улучшает. Ну, к примеру. Мозги! Все, ребят, поставили ошибку. Машину. Залил на пьеду 3000 кемичков. Давай, Руслан, ну это хорош, хорош. Не, я стараюсь, даю. Так, и. Кем хотел из черник быть? А фиг его знает, там они вроде все не очень. Ну, я имею в виду по способностям. Помню, этот мультик сестра смотрела в свое время. Ну, сестра, конечно. Конечно, сестра, конечно. Главных фанатов этого мультика я сразу вижу. Тут не надо, тут сестра свои. Это же ты рассказал мне, да? Главный плотвист этого мультика, где... В конце там, ну, не в конце, но этот. Где предал именно ящер. И по итогу... По итогу он предал, там, раздавил и стал огромным ящером. Не надо, ребят, стыдиться. Все в этом мультике шарят. Все знают. Спойлеры, этому мультику 20 лет... Я думаю... 20 лет, ребят, этому мультику. Какой спойлер? Кто на дудке играет? Блин, щитовод классный, на самом деле. Да не буду его лочить пока. Ну, в смысле, забирать его, чтобы баф точно он получил. Думал, голова забрать, потом у тебя еще просто трепет, ну, трепет, левел пойти, все такое, но... Отбой. И что, 20 лет и вчера родился, а ты не будешь его смотреть, наверное. Запрещаю. Не раздавил, проглотил, так вначале раздавил, нет? Все будет, забудьте, люди, я так больше не могу. Ребят, а что думаете, может левел пойдем 6 раскопаем, пофиг? Ребят, кто, плюс чат, кто за шестерку? Я могу сейчас ее продать, поставить его на стол, чтобы, ну, много по лицу не получать. Потом пойду в левел, на следующий, не буду его брать пока. На следующий 6 соберем, у нас выполнится 100%, ну, то есть одна атака и все, выполняет сферу мудрости. Копируется наша шестерка, и потом две шестерки на столе и... Нормально? Меладзе слушать кринж. Ты, наверное, хотел сказать, Меладзе слушать кринж, не подпевая, верно, Фруст? Люди, я так больше не могу. Ребят, 2 ХДД хороший смайлик, ну а этот... ДДХ это прям страшный смайлик, его не надо отправлять. Я Блум, а ты кто? Так, ты Блум. Блин. Все только Блум, кстати, знают. Но кроме Блум, никто никого не знает. Так, не хейтер, ну спасибо тебе за 100. Она просто самая популярная, по-моему. Стелис. Он муза. Ну давайте, не, Стелла буду, все. Арслан, девочка в очках. Не, там все примерно этот, ну, по силе. Одинаково, нет?
Копирую, ребят, вот этого чувака. Ну, пойдет, кстати, можно. Не могу такого... На, горло. Почему я не копируешь? Почему его не копируешь? Сфера мудрости, работай! Ладно, пойдет. Такую штуку заберем. Пока что такую штуку, ребят, соберем. Потом в дальнейшем... Там у него крошки выполнены. Вообще неплохой магаз для того, чтобы залочить и урлу, куда побафать? Ты, смотрите, продал, забрал надзирателя, ты слопал, там просто 5-5 соты идут, тебя забрал. Можешь забрать это все, реально подбафать? Ну-ка заберем, чисто его забафать чутка. Это пойдет, пойдет, а че нет? Не, просто хочется не лочить, а потом найти себе, ну там, форты и так далее, но это хорошее усиление, по идее. Так, сейчас сек. Стой. Следующее. Ой-ой-ой, как громко. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Потому что стриме, ребят, не пусим. Ладно, ничего страшного. Тоже хорошая штука, на самом деле можно давайте поразобрать. Так, второй я, третий ты. Поехали. Тебя можно следующий продать, ты будешь копировать там такого чувака, найдем эффект конца хода, нам сфера мудрости сейчас все даст, ребят, все даст. А, Сасаги уже было, Сасаги мы здесь не слушаем. Сасаги не слушаем, улькосос не берем. Арслан, как дела? Да неплохо, пряник. И как у вас, ребят, дела? Ой, слабый, как слабый. Ну вообще ладно, на самом деле мы довольно сильны, сейчас 9-й ход. Сейчас выбираем, надо пройти, да. О, мой газ, да, пусть мне туда эдж. Привет, ГЛДД, да? Че попасть, я пойдем, там, минут 40, там, что-нибудь такое. Все неплохо, но... Вопросы. Вопросы, ребят, вопросы. Эффекты есть. Сейчас думаю, как сделать. Подей нам второй огр, сейчас он не нужен. Ладно, продал, забрал тракари. Все, да, сидим так. Я думаю, сейчас стенки просто вроде прикольно. Утро есть сюда, тоже прикольно. Эффект копирует, да, я это хочу. Я продумаю, ну как? Могу я продать, поставить, продать, тебя забрать, подать сюда, забрать тебя, но продать и сыграть меньше существ.
Вообще, наверное, так надо было сделать. Надо было продать тебя, прокрутить, забрать стенку сюда. Это было правильно, скорее всего. Можно, наверное, дуэт продать сейчас. Ну, посмотрим. Сначала заберем стенку. Стенка мне нужна на дракаре. Вообще на 4-6 тоже неплохо было бы стенка. Ну, посмотрим сейчас. А с вами как дела? Да, все хорошо. Здорово, братик. Надеюсь, у вас тоже, ребята, дела хорошо. Зачем еще нужно? Так, смотри, он копирует. Он мог мне эту штуку скопировать. То есть я искал тебе дракаря. А так я с дракаря получил сразу золотую дракаря. Здорово. Давайте пока так сделаем. Вообще я могу это забирать, но... Ладно, пусть получается отдыхает сфера мудрости. А то мы что-то сейчас слишком мудрые какие-то с вами. Только 4 стенки бафает Цунубас. Лучше на баблы стенки повесь. Понял, ладно. Как скажешь. Не знаю насчет этой штуки продать ее сейчас. Хочу дракарь сделать стенкой. Наверное, так и сделаю, просто поехали. Ну, либо без продажи чего-либо. Что ты за сранец мою стенку съел? Ой, а что это такое? А почему у меня не 4 стенки? А что у меня не 4 стенки? Ё-моё! Как потом будешь с Лероями играть? У тебя придут сейчас Лерои и Королева Богомолов. Что ты будешь с ними делать? Ты качал 4 стенки только. Тебе нужно больше существ набафанных. Пусть ты разлетается, ты чуть одного по вообще другого по базу, а то все будет сатовые. Ты хочешь порсы оставлять, пусть он будет сатовым. Ты хочешь оставлять эффекты захода, пусть это тоже бафается. Чего оно будет стоять, все две атаки бесполезные. Пусть будет боевое существо, пусть в соло выносит стол противника, чтобы против тебя Лерои офигенно не заходили. Почему не мур не карта? В смысле, в стенку? На него уже места нет, ну то есть он чуть поздновато находит. Кто говорил, что Арслан приконит? Никто не говорил, что Арслан приконичка, вы чё? Так, ставлю дальше треки. А кто говорил, тот пожалеет сильно. Будет плакать, говорить. Я был неправ. Арслан не вонючка. Не надо хд-66. Ну, кстати, смайлик этот. Я раньше думал, хд-66 взяли и испортили мышку. Думаю, какой кошмар, зачем так сделали? А потом, ребят, как увидел смайлик, который ДХХ, это вообще кошмар просто. Пик кошмара. Самый страшный смайлик просто. Почему он рот открывает? Что он хочет? Скажите ему, что эта раздутая карта не собирается. Как не собирается? Нужна алмазная карта. You and I are beautiful like diamonds in the sky. I do I know our love. We're beautiful like diamonds in the sky. Может, и баром будет? Отсюда в Рогареста, да?
Ладно. Значит, походу ничего не будем делать. Хотел кое-что. Хотя нет, ладно, все еще могу. Like diamonds in the sky. I do I so alive. Съел пыща. Баблы, что? Пока так, сиди, если что, тебя, возможно, поставим. Пока, ребят, это мой сетап. Героя Дженкинс, о нет. Пока я идеально попал. Вторая? Ну, неплохо. Что у него, ребят, по скиллингу идет? Он жестко смазывается. То есть он получает, ребят, под смазки 4-4 каждый раз, когда бабл теряет. Но у нас тоже что-то скелится. Так что если он сейчас справится, вдруг он уже не справляется. Не, понимаете, он может выжить, если он два этих форта забьет, а выживает... Да, он два форта забивает, выживает Урзулка. А нет, секундочку, это все равно летало. Я магистр математики. Ну просто я к тому, что у него по скиллингу он нас все равно догонит. У нас золотой форт, золотой форт, золотые эффекты конца хода и еще форт сверху просто так, чтобы этот... Что просто был. Я хотел, чтобы он выжил, ребят. Я хотел с ним еще раз сразиться. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.